Ну что, всем привет. Наталья просила передать привет. Наталья, тебе привет. Сегодня я буду пить вот такой коктейль со вкусом дынки. Я собираюсь идти на день рождения. Ой, сейчас как бы его открыть. Вообще не люблю вот таких упаковках коктейлей. Плохо открывается. Думаю, хватит, да? То жирно будет. Так я вам сегодня. Добавляем молочечко. Пролило. О, у меня тут племянник в гостях. Сейчас болтаем. Кстати, с молоком лучше всего пить. Коктейль полезный, белковый. Тут 800 грамм. Короче, он на Валбрисе стоил 900 с чем-то рублей. Не помню, или 800. Мы его заказывали до Нового года. Болтаем. Ну, ты сейчас тут все меня уронишь. Смотрите, какой свет красивый. А я мог. Он какой вкусный. Обалденный, короче, коктейль. Сейчас скоро уже пойду. Время 7 часов, через полчаса пойду. Подарю соседке подарок. Ты иди там посмотри, может, Муська уже вылезла. Что? Ну, туда пойди посмотри. Покискай ее. Кстати, с молоком вкуснее всех. Вот тут еще какие-то эти. Она куда-то... Как они называются-то, новые для похудения там? Забыла. Ну все. Коктейль кончился. Всем приятного просмотра. Вот. Сейчас пойдем набухать.
отмечать день рождения. Ну, а вам приятного просмотра. Всех с наступившим 22-м годом. Ну и всем пока.